Так жанр на шипе топ. Так, удаю. Мне просто не знать, что удалять тогда. Если Фарадов контроль берет, значит сразу убиваем. Чё-то ДПСеров-то нету, одна сова бьет. Тут вообще никого нет. Пускай летят. Ларни для мага. А, ты в протоварии, я... И когда войд в протоварии, дамажит. Ай-яй-яй-яй-яй! Да выйди с инста, спек не сдвидай. Неликс забрался в текстуру. Прости, у тебя третьего перса нет? Нет. Думаю, танка какого-то делать. Нет. Ну, пока что нет. Но... А, про товары. Если танка, то только про товары. Понял? Ну, если делать танк, над... делать нормального танка. Да, или... вот над протопалом и думаю. Не думай над протопалом, про товар твой выбор. Протопал... Блин, да что за хрень? Не, протопал круто. Фарада, ты чё? Ты должен Редвара убивать, а не меня. Реально, реально. А кто говорил, что хоста не работает у Синдреев на это? Вот, сука, Фарада, блядь, развернулся. Ну, это грех. Я вот, блядь, просто вижу, как он в меня наяривает. Ёбаный, блядь, тут ты меня захуярил. Когда про товар решил потанчить, кто-то меня захуй. Прости, у меня ровно 5.50 СПД вообще без бафов. Пиздец. С огнем плюс там. Что там? Что там было? Что ты такое? Ну, 408 усилков. Вчера... Ну, даже 250 нет. Да что-то СПД, я смотрю, не особо это. Все 5-то? Вообще, не особо там разница есть в 500 СПД. Ну, как сказать. Когда соотношение, когда соотношение крита и хита вообще ни о чем просто. С таким количеством СПД не надо в крит забиваться вообще почти по полу. Бля, давайте дамажьте, а то я почти шипы догнал. А ты перса как делать собираешь? Быстрым стартом? Кто, я что ли? Ну. А я даже не знаю. Да не, сейчас, наверное, они же закрыли этот, как он называется, быстрый старт, обмен. Нет, трансфер не закрыли. А быстрый старт нет. Нет, ну там получаешь быстрый старт. За удаление. Ну, закрыли персон. Трансфер уже, да. Не закрыли. То есть, по-человечески это не трансфер. Трансфер это немножко другое. Это был обмен. То есть, удаляются аккаунты там, ну, персы. А ты видел, как на циркуле сделали? Они, короче, не могут удалить шмот, если, короче, заходят с другого IP. Понял? Пиздите его, сука. Поэтому трансферы закрыли. Блин, кто это? Циркуль закрысил, теперь нельзя, то есть там, когда заходят удалять твоих чаров админы, они еще шмот удаляют, чтобы ты не мог восстановить чар, понял? И теперь шмот нельзя удалять, если ты заходишь с другого IP, там в течение 2 недель, что ли, или что-то такое. Трочки, сука. Ну, я видишь, закрыли, онлайн не хотят терять. Да пошли они в жопу. А боссы на мойка. Вот кто на ней там сидит, я не понимаю, 10 лет, ну смысл там сидеть столько лет? Да пиздец. Ебите сову, салазу. Вот он. Опять вам контролит, да чё за... Пацаны, напомните, где тут вход? Как он выглядит? Манал качаться. Вон там такой один большой остров. Там, и... Самая большая херня, да. А мобы выглядят-то?
2009 Фарада, не надо, блядь. Сука. Сразу в меня глыбу уебал. Не, так неинтересно, блядь. Давайте посмотрим. Да у него там по три глыбы настакано, он может три глыбы подряд захерачить. Я он отдал и смотрит, как я от воспоминания дохну. Знаете, вот, блядь, вроде бы вас Фарада пиздит, а я, блядь, больше смеюсь от того, что Войда который раз уже унизили. Да меня никто не унижал, блядь. Они просто разминались. Спекнулся бы уже в ДД. Так я в ДД и был. Второе место. А ты к ней тела. Да, ДПС не изменился, такое ощущение было. Ребят, а что мне пишут? Для входа в подземелье нужно какое-то достижение с тумовичной разведки. Это что такое? Ну, у тебя РС не убил. РС Гера. А, еще РС Гер надо? Все понятно, до свидания. О, кто это сделал? Я за контролем. Вон, да. Беркма, посмотри, во флудилке канал скинул, тыкни там, позырь. А что мне? Заберите! РС надо идти убивать, когда у нас РС? Позырь, никогда? Как, позырь, как убивали. Да сегодня должна быть. Черня. Кто лишний трэш агрит? Сова в контроле. Я в контроле туда ушел. И потом звездопад прожался. Заходите, бейте одного моба. Я говорил, что надо сов убивать. Так его вихрят! Как его убивать? Кого там нету этот, блядь. Звуки к этим. С рейда ваха, нихуя им начислять нет. Уже сколько времени прошло, блядь, чтобы долететь сюда. Где этот проводник? Просто на ФК чеки прилетят. Ну, грипп уже долетел и уже... Типа Молдеза без доступа. ДК тоже. Нахер у вас рейд, это так кип. Тут, кстати, если кто не... О, воронка упала. Корова. Где? Забрал Лёха уже. Я почему-то только знаю. Для Дарьи видел. Чё ты говоришь, не в курсе? Ну, что по роллу. Сока ХМ, просто по роллу. А. Да хули они 2000 стоят уже всем? Чё, я ливаю, спаси? Ну, 2000... Ну, это всё-таки надо. да, они всё равно нормальная тема. Так, а где у меня третий камень? Что-то не понимаю. Не, все же вот это вот, то, что было раньше, типа ты вот воронку разруливал по ГП, это вообще, ну, да. И круто было, это реально прям, бля. Да. То, что обычно тоже, там, в обычном все так и ролится. Уже нет. Рада! Заказ, когда будет выполнен? На следующем КД. Инс, Василий, не ты какой? Стан, дисплей. Сопротивление, ага. Ну почти, блядь. Хер там, даже Орел с нами ушел. Вот пиздец, я беру сначала свой тремор ломаю. Ну зачем так? О-о-о! Нет, опять против контроля. Даже Лев нас не ушел, а чего вы думаете? Звездопад. Че за гуфу, нет? Я там звездопад. По 20 тысяч просто. Пиздец, блин. Добейте быстрее моба. Меньше контроля будет. Я понял, я только берсу включил, пиздец. Почувствовал, что ты ему угрожаешь. Лёха. Ём. Выйди, пожалуйста. Когда у нас РС как гер? Вот что бывает?
Бывает. Скорее всего, сегодня. Вечером или сегодня, или завтра. Будет, да? Я понял, спасибо. Да, и так сегодня. У нас... Что, типа, может сегодня быть в 6 часов сразу РСХ, ой, это, ОКХ. Да. Не, в 6, там, может, а на 6.30. Чудесно, нет. А хуй знает. Слышишь, пока тут спекайся в ДД. Я просто тебя же убью. Да не, у меня тремор стоит. Главное, чтобы я его не разбивал. Так, блять, понимаешь. Мишаня же похуй, он сначала будет пить. Да, кто-то варанка. Еще одна варанка? Да. И по ОЕшке еще. На боешке в ГБ. О, тихо-тихо-тихо. Сейчас попробуем, ну как? Да, и жесткие боешки, то что они нахуй. Тупо на пизде. А может кто-то ману залить? Да, что за хрень? Сейчас дам гимн, подойди. Это поворот, да? Поворотки. Куда тебе написать даже все? Даю. Сами. Ага. Вообще еще раз летим сами. Ну, блять, им не нужны воронки. Это надо признать. Не богатые люди. Только в таки зарядил, долгоног подаг. Я чё за хрень? Чё хапанула? Ледяная буря, мага. Это звезда форма. Так, я могу моба одного в контроль взять. Нахуя. Подпиздить кого-нибудь. Одного бери в контроль. Нахуя дальше. Пионера вон. Не могу не восприимчивость. Я могу взять. Ну, блять, он не берет. В чем маги? Крадите у них эту хрень их. Ну, можно, я же могу продисплеить. Доспех кое-то. Передался до конца. А что, пока тут ДД, да, спекнулся или ухе? Так, одного мальчика убили. А поставьте на огонь кто-то из вас. Ром? Да-да. Да, Кирю в ШП. На Белла. Мама нет. Чё хоть? Где-то еды. Диспылю. Лейт на фарм ворона. Эх, блядь, вспоминается открытие ЗС и его. Когда воронок, блядь, не было, и каждый ходил себе метасокет фарм. Вот были времена веселые. Ой, ебать, там боёшка еще тканевая. Видел, да, Лёх? Сейчас встанет. Да, не диспелят хилы. Я в том числе был. Чё, пару траев дадим, да? Пульнём босса, покажем, пацаны.
Берсу на первой фазе. Господи. Вот этот контроль тух. Как говорится, изи пати взять 100 бонов. А нет, уже 75 же. Первая фаза, да. Ну, значит, справимся. Сука, убить этого. Бля. А я знаю, кто кидает. Во всем виноваты совы. Сова спасла вас, чуть. Я вот чуть не сломал. Гриб не говорящий персонаж, да? Нет, он. Просто снова еще одна боёшка. Я понял, мы поехали фармить боёшки. Причём смотри, какой дроп, блядь, с каждого моба. Вот это маршал опасный, челик, что-то, блядь, я сыпаю. Чё-то это, можно диспел лицо вам? Так, массакр кидал. Вот она. 34. Да. Я так понял, когда ФК произойдет, то в принципе можно будет его скипать и сразу идти на робот. Вроде да. Они сказали то, что двери откроются после ФК. Они же говорили то, что эти стенки сразу попадут у всех. Пабло, блять. Понял. Или ты этого не видел? Мы сделали ФК Лара, блядь, и все остальные скипнули и пошли дальше. Не могу использовать это. Ну да. И пока ФК не сделают остальных, кет будет закрыт, вроде бы. Да толку, типа, смотри. Ну, кто-то сделал ФК Лара, окей. Ну, мы на Аларе побыли, то все, в принципе, знаем. Но потерь там сильно не хочем, потому что через неделю снова будет очередной нерф Алара. Пошли, блядь, вместе со всеми, блядь, на другого босса. Пробовать другого босса. Просто. А потом, когда того босса будут нерфить, и этого будут параллельно нерфить. Получится так, что потом, когда придем на этого босса первого, хоть его уже и убили до этого, то, блядь, мы убьем его гораздо легче. Спокойно вообще. Вот сколько у тебя сейчас блока с щитом? У меня 2500. Стандартная цифра. Но вам надо фул брюле в блок с щитом. Не, я не про шанс блока, я про сам. Есть брюли, который дает 60 плюс 60 к блоку щитом. Это шанс блок. Ты не путай шанс с показателем блок. То есть то, сколько ты блокируешь. Подожди. Шанс блока это у меня вообще там за 70%. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот сейчас с проком типа почти 100. Смотри, это не шанс. Вот, смотри. Это шанс блок. Ну, типа, вот то, что тебе дает блок, это шанс. Оно дает блок. А показатель блокирования, это, блядь, количество урона, который заблокируешь. Да, количество урона, которого по тебе не пройдет. Стойки черные, блядь. Я бы не сказал то, что шанс блока такой биолага. Это пиздатая штука в условиях гидроса, например. Не знаю, я собрал себе паладина так, чтобы у меня уклонение, парирование и блок давали 100% в СЛК его КГР. Ну, вместе, совместно, все эти показатели давали 100%. У меня 105 дают, мне нормально. Попить, а то они бернят, пиздец. Там же чуть больше нужно набирать всегда. Да, зачем?
что у меня вот на данный момент, у меня на данный момент уклонение 15%, парирование 24% и блок 56%. Это с прожатым, да? Дим, да. Даю. Ну, естественно, с прожатым. У тебя что, блядь, без прожатого 70? Ну, блядь, я могу сделать без прожатого 70? Там 100% аптайм. Я не пойму, откуда у тебя столько уклонений. 95% нормальным. Это... А, у тебя плащик с уклоном. Хороший плащик, чё. Еба. Я уже думал, откуда. Че, все здесь или нет? Кому надо было, тот прилетел. Что-то видно слишком много. Тебя нету. А кто тут с ДВ-шником? Драгон, кто еще? Проня. Только они не видели. 11 нас в инсте. Проня. Ням. Персик. Как это тут? Так, короче. Рыбу ставлю. Первая фаза лёг. И с тем, что нас мало. РДД вся. Звездочка. Миликий под босс. Да и. Так, все милики под боссом. Вот. Короче, танки по третьим, типа. Всякие. Рип. Броня. Слово. Карим Перси. Все на контроле адов. Контролить адов даете. По ним. Корни, блядь, тому подобную дичь. А сколько хилов у нас? Пока три. Два. Три, да. Три хилавы. Так, короче, первый танчик я, потом ты за... Не, давай, ты первый. Короче, смотри. Чё тут делается? Вот звездочку на себя ставлю. А зачем вон бар фарандовских пати? Ну что, кикнуть? Кикнуть, чтобы не мешался. Вот, становимся сюда. Становишься сюда, да? Нажимаешь таунт, разворачиваешь босса в полном направлении. По кругу его будем водить. Танчишь. Прошел каст длинный. Называется падение пламени. Это значит, кидаются перья, появляются лужи. Ну, то есть там, блядь, ничего сложного. Ты просто пробегаешь немного вперед, все, и он к тебе сам долетит. Ничего сложного, потом увидишь, как я это делаю. Так, дальше по поводу, ну, всех РДД, все стоите в звездочке, чтобы было проще контролить, чтобы было меньше урона. Хуёво, что, конечно, таки у нас нет ДЦ, будет прошибать. Ну, ладно, пофиг. Этот, еще один нюанс. Сейчас увидите, короче, серый. Пульнем, увидите. Главное, вот, контроль, короче. И ШВшку. Я так и не понял, его что, против часовой или как? Да. Да. Пристабав. Дай. Можно крест пошумать? А что, вы локи хэм, что вы делаете? Угу.
Да, он не может. Можно. Сейчас зайду, этот продум настраиваю, сейчас зайду. Что-то думал, мы за бочку пошли, проигнорировал. А кто ты в дереве? А кто, Артемия в хиле, да? А, тогда он... Можешь... Если я не нужна, то... У меня нету с собой, да? Если там есть много деревьев, я не пойду. Я пока тут. Пока тут сове оставайся, будешь контролить. Так, все готовы, пошли на позицион. Сейчас увидим. Все в звездочке стоят. Этот единственное, что Неликс может немножко позади стать. Босс там все равно один милик будет, так что можешь там в милизоне с вагой побегать. Тебе проще будет дамажить и оттуда сваливать. И кто еще может у нас? И один хил тоже может какой-нибудь стать в милизону. То есть, ну там лук вам не придется так перебегать до хуя, как на этом, в одной группе. По диспелу у нас диспелит. Пока тут пускай диспелит. Пока тут ты будешь диспелить, там здесь бафы будут появляться. Их надо диспелить. Гриб, работай. Так, дальше. Гриб-шкаф. Ну давай. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Ya está aquí. Mira, en bañador. ¿Qué es la frase? Все стали? Все здесь? Смотри, из шкафа вышел портовар. Все, по готовности поехали. Ой, мне нихуя не понятно, как его поворачиваю. Пуляй. Все, набираю агро и разворачиваю. Так. А, эти спайки скидываются? Через минуту скидываются. Прибежали. Красно. Вот тебе, правда. Кто не соображает. Сказал же, перебежали. Это кто не был, скорее всего? Это еще дисплей, наверное. Брун, диспель. Карина, диспель. Забираю босс. Сейчас мобы появятся. Контроль. Ты тут, ебать, залетает 6 перьев в одно место. Контролю. Еще этих лимов нужно стопать, либо они вайп делают. Да. Да. Сак. Дал ШВ, короче. Хуй знает. Ну, 6 лямов снесли. Нормально. Ну, я думаю, изи, катка в одного протопа. В смысле некому? Есть кому контролить? Блять, ханки дают ловушку. Они просто сдохли, понял? Опа, эти гриб дают, да. Они просто сдохли сразу. Много очень перьев в одно место, просто вышел. Ну еще корни же есть, вага, ты че? Им разрозненно надо стоять, если их так мало. Твой стан. Все, Войд, блять, может поконтролить. Да я дал все станы и все, и пиздец, и они пошли потом. Ну да, тут лучше разрозненно встать, это пизда. Они могут так сделать в каждом инсте, чтобы мы, блядь, точно телепортировали. Телепорт использовали от босса далеко, чтобы его не спули. Могут. Я просто заметил то, что такая тема прикольная. Опять эта хуетень. Я тоже раньше вышел с тела.